большой привет от моей сестры Яны, моего зятька, Юсуфова, Пинхаса. Тали мне помогает моя племянница. Батель, Кириляба, моя Батель старшая, завтра мне день рождения, Мазальтов. И мой хамут Ариэль, который сейчас тоже отдыхает и помогает нам на телевизоре. И мы ему благодарны. Мы делаем кавказские бишпара, или курза, или пельмени кавказские. Пожалуйста, вот такие вещи. Покажи, Петя, как я заворачиваю. Во. Я делаю два вида, махачкалинские, как круглый пирожок показываем. Это мастер-класс сегодня бесплатно, завтра за деньги, пожалуйста. То есть послезавтра, завтра деньги не берем, чтобы. В воскресенье можете принести деньги, прийти на урок, мы вам все покажем. Это такие вещи, особенно такие вещи махачкалинцы любят жарить. Они любят жарить, еще можно кушать сырым, но сейчас мы не будем. Вот так. Вот. И вот мой зять. Пини шалом лекулам, шаббат шалом леколя мишпаха. Яна! Яна! Не кричи. Или за хамуда шельхолу. А ну? Тали это тальталим. Она кудрявая у нас, поэтому такое имя. Вот мой помощник Ариэль бен Пинхас Юсуфов. Шалом. Манишма. Вот так. Вот моя племянница. Ну-ка, Батель. Завтра у нее день рождения. Вот у нас шабатные свечи. Вот, всем привет. Яна. Яна делает хумус натуральный, не покупной. А вот душпаре уже сейчас будет плавать там. А вот папа Сёма приготовил плов. Даже можно будет покушать, но не всем. Кому-то посмотреть. Вот ведь Яна работает, моя сеструха. Масальтов. Мои тальталимщили, тальталимщельхолу. А вот этот фарш она кладет, помогает мне моя племянница. Мы делаем душпарики. И махакали бацет. Акин. Моя племянница ждет бацет. Шахамуда. Мне помогает моя племянница. Она мне делает фарш. Мы сейчас все быстро делаем. Тали. Улыбка. Кем. Специально переодели, чтобы было работать легко. Это моя рабочая одежда в доме моих близких и родных. Вот так. Тали очень мне уже идет, помогает. Мы заморозим, завтра у нас гости придут на день рождения. Вот так. Всем большой привет из теплого, дружного и миролюбимого Израиля. Всем шалом! Аминь!